точно? Так, так, так. Рыжий, опять ты здесь? Да, здесь. Капец ты испугалась, Настя. Тебе весело сильно, да? Ага. Рыжая, где ты маску взял? В шкафу у тебя, а что? Рыжий, а тебя не учили в чужом доме не лазить? Учили, но мне просто захотелось. Захотелось просто. Короче, Настя, мне дома было скучно, вот я и пришел к тебе, чтобы позвать тебя пойти погулять на улицу. Идем гулять. Нет, 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 Рыжий, с тобой я гулять не хочу и не буду. Мне нужно к школе готовиться. Иди к себе домой. Настя, что? Ну, Настя, пошли гулять. Нет, иди домой. Настя, ну пошли. Да. Иди домой. Ну что, пошли гулять. Нет. Настя, до школы еще целый месяц. Зачем тебе готовиться за месяц до школы? Вот, к примеру, я никогда не готовлюсь к школе. Нет, Рыжий, я же не ты и не хочу получить двойку. Да, какая же ты заучка. И что ты делаешь? Я пишу сочинение на тему, как я провела лето. Да, Настя, а не рановато ли писать сочинение, как ты провела лето, если еще целый месяц впереди? Рыжий, а тебе какая разница? Все равно ты двоечник. Вообще-то я не двоечник, я ударник. Ударник? Что-то мне мало верится. Слушай, Рыжий, я знаю, что ты будешь делать. Что? Ты вместо меня напишешь сочинение. Не-не-не, Настя, я не буду этого делать. Да-да-да, Рыжий, ты же знаешь, как я лето провела. А я пошла, садись. Нормально вообще, куда ты уходишь? Я к Лизе иду, а когда я с ней вернусь, чтобы сочинение было написано, а тебя здесь не было. Так что все, я пошла. Пока. Нормально вообще. Ну давай, пока-пока. Лизе передавай привет давай. Все, Рыжий, давай пиши сочинение, не отвлекайся, пока. Так, написать ей сочинение? Ага, сейчас. О, а че ты вернулась? Вообще-то я кое-что забыла. И что ты забыла? Тебе это знать не нужно. Да, зачем от меня прятать еду? Он реально уже надоел. Да, это точно. Он будто здесь поселился. Почти, почти. Так, быстрее бежим. Что ты экаешь? Что ты у нас делаешь опять? Ты что, не видишь? Я играю. А это не слишком? Который раз уже? Почему ты у нас постоянно сидишь дома? Так, девочки, хватит. Я вообще-то играю, не мешайте мне. И я вас не боюсь, кстати. И что мы с ним делать будем? Он реально надоел. Я не знаю. Слушай, я знаю. И что? Я знаю, кто на него может повлиять. Кто? Кто-кто? Настенька. И с кем тут надо разобраться? С ним. Ты кто? Настенька я. Ты о такой не слышал? Нет. Так, вставай, пошли. В смысле? Куда идти? Сюда встал. А теперь слушай сюда. Если ты еще раз обидишь Настю с Лизой, будешь иметь дело со мной. А что я им такого сделал? А что он вам такое сделал? Первое, он пробирается постоянно в наш дом, а второе, он все ломает. Третье, он ест нашу еду, а четвертое, он нам уже надоел.
Ну что, слышал? Так, стоп, девочки, успокойтесь. Во-первых, я не пробираюсь к вам в дом, а прихожу к вам в гости. Во-вторых, я не ломаю никакую технику. А в-третьих, я не ем вашу еду. Если бы она у вас была в холодильнике хоть когда-то, я бы ее ел. Так, тише, сейчас я проверю, у них есть еда в холодильнике или нет. Да, давай. Так, это вся ваша еда? Просто мы еду от рыжего прячем уже. Да-да, конечно, у вас никогда еды не было. Так, рыжий, пошли. Эй, я с тобой никуда не пойду. Пойдем. Нет, куда? Фух, наконец-то. Надеюсь, рыжий реально отвяжется. И я на это надеюсь. Фух, наконец-то я дома. Так. Лиза, я дома. Надеюсь, я услышала. Сейчас покушаем. Нямка. Сразу видно, сестричка меня любит. Настя, у меня к тебе серьезный разговор. Если ты за ту двойку в дневнике, это мне училка специально поставила. Нет, я за другое. А если ты за использованную косметику, я ее совсем чуть-чуть использовала. Ты трогала мою косметику? Чуть-чуть. Так, ладно, об этом мы потом поговорим. У меня к тебе другой разговор. Какой разговор? Лиза, ты меня пугаешь. Не переживай. Сейчас сядем на диван, я там тебе все расскажу. Че я уже натворила? Ну давай, Лиза, начинай. Я уже ко всему готова. Настя, если я тебе сейчас признаюсь, ты не будешь на меня злиться? Так. Так это ты что-то натворила? Нет, Настя, я ничего не натворила. Просто мне нужно тебе кое в чем признаться. Ты съела мой Happy Meal? Нет, Настя. Ты от меня что-то скрываешь? Ну, получается, да. Пока что. А ну-ка, лись, что ты скрываешь от своей любимой родной сестры? В общем, Настя, я удочерила девочку. А серьезно? Серьезно, Настя, я удочерила девочку. Ты что, серьезно? Настя, ты понимаешь, я не могла ее не удочерить. Она такая милая, красивая, нежная. Ее тоже зовут Настенька, как и тебя. И я уверена, ты с ней подружишься. Она очень хорошая девочка. Ну, вообще-то, я не хочу ни с кем дружить. И вообще, я думала, ты любишь только меня, свою сестру. А оказывается, не так. Настя, ну не расстраивайся. А давай я тебя лучше с ней познакомлю. Настенька, спускайся! Я же говорила, она такая хорошенькая. О, нет. Чё звали? Настенька, познакомься, это моя сестра Настя. Я очень рада, так чё вы меня звали? Настя, ну поздоровайся с Настенькой, скажи привет. Привет. Привет-привет, это ты, Настя, да? Прикинь, я. Как я рада, что вы подружились, но мне надо идти. Так, держите хэппи милы, покушайте, а мне нужно идти. Пока. Кстати, Настя, Настеньку мне не обижай. Все, смотри мне, я пошла. Угу. Все, дети, пока, удачи.
Что бы ты там себе ни думала, моя сестра любит больше меня, а не тебя. Если бы сестра тебя сильно любила, она бы меня не удочерила. Странная ты какая-то. Слушай, если бы не моя сестра, ты бы здесь не сидела. Че ты такая злая? Будь проще. Это кто еще из нас злая? Короче, приятного аппетита. Эй, ты куда пошла? Вернись, мне скучно. Тю, иди. Девочку она удочерила, милую, хорошую. Ладно, если бы еще хорошая девочка была, а так злая, жадная. Ну что, у нас получилось? Да. Идем к ней? Конечно. Привет, как у тебя дела? Как у меня дела? Замечательно, меня предала моя сестра. Лучше не может быть. Настя, мы тебя разыграли. Я ее не удочеряла. Это сестра моей подруги. Повелась? Угу, очень смешно. Да ладно, Настя, это просто розыгрыш был. Это обидно было. Да круто же получилось. Далеко нет. Но, Настя, сейчас кто-то у меня получит точно. В смысле получит? За что? А кое-кто признался сегодня, что получил двойку и трогал мою косметику. О, нет.